What is it, блядь? Хоррор-карта, действие которой происходит от лица неизвестного героя. Это мой кошмар получается. Здесь живет Фредди Крюгер? В смысле я твой кошмар? Вода. Я сказал лишнего, да? Иди-ка сюда. Да ладно, все. Вот закройся там. Которого мучают бесконечные страшные сны. Можно мне выйти? Я сказала. Пожалуйста. Вам предстоит путешествовать по различным снам, решить головоломки и встретиться лицом к лицу с вашим главным кошмаром. Темной ночью папа заходит к сыну. И сын говорит папе: «Папа, я боюсь, у меня под кроватью какое-то чудовище». Папа говорит: «Сын, не выдумывай, не существует никаких чудовищ». Смотрит под кроватью, там сын. В попытках во всем разобраться, найти свое я и в конце концов просто выбраться оттуда. Главный герой путешествует по разным локациям в попытках выжить и найти ответы на свои вопросы. Я нажимаю? Нет. В смысле? Ты погнали или нет? Нет. Блин, у тебя такие сосочки. Да не трогай ты мои сосочки, мои сосочки останутся при мне. Я так и знал, что нужно было одеть футболку, серьезно, я вот знал, что мне нужна футболка. Теперь они напряглись, и теперь они выглядят куда больше, чем обычно. Вот как это понимать вообще? Тебе все хорошо? Выдыхай, выдыхай. 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 Давай. Мы начнем проходить эту карту. Или нет? Почему это так пошло? Кто? Господи. Какая пошлость? Соски — это естественно. У меня такая музыка интригующая. А это нормально? А, да, это музыка нормально. О, как нагнетает эта обстановка. Мои соски придут к тебе во сне. Выйди, пожалуйста. И съедят тебя. Ты сосков что не видела? Что? О, мы уже находимся в кошмаре? Да. Я уже в кошмаре? А ты мой кошмар получается. Здесь живет Фредди Крюгер? В смысле я твой кошмар? Вода. Я сказал лишнего, иди-ка да? Иди-ка сюда. Да ладно, вот он закройся там. Из такой стены. Главное, не смотри на мои соски. Черт! What the fuck? Я только начал. Воу-воу-воу, бежи! Открывай рычаг, черт возьми, рычаг, дергай рычаг! Да ёба! Че делать-то? Да я не знаю! Да нажимай! Да я нажимаю! Не нажимается! Че? Почему? Оно не открывается! Ты? Никак! Стоп! Что происходит? Где он? Стоп! Бежим! Я за новыми трусами. Тебе не надо было белые синие одевать. Мне не надо было их вовсе одевать. Нет, это лишнее. Это уже лишнее. А тут дыра какая-то. Чтоб ты понимала, у меня настолько яркая эта дыра, что типа она же выжигает глаза. И ты знаешь, вот мне кажется, что... Ты хоть, ты зачем? Ты зачем? Я не прыгнула. Запомни. Я не прыгнула, я рядышком встала, понимаешь? Твою налево, я же знал, что не стоило. Вот пойми, дыры к добру не приведут. Кровать. Стоп, подожди. Какая она красивая. А почему она коричневая? Заранее продумали эту вещь. Не, ну слушай, она прям манит поспать. Давай осмотримся, мне кажется, это явно заманка какая-то. Я не хочу осматриваться, а вдруг там что-то выпрыгнет. Смотри, ну вот там есть какое-то кресло, тут кто-то сидел. Иди посмотри, что там. Если я, не дай бог, испугаюсь, я тебе по щам надаю. Кто? Вот. Оп. О, дискотека, неплохо. Хэллоуинская тема, движуха, жители, я к вам. Так, стоп, а где кто, что? Слушай, здесь реально дискач. Здесь пацаны, стоит... А мы с вами тут потусите. Ох, какой носяра, Барбос. О. Твою налево. Я не хочу, брат. What the fuck? Это он мне сказал?
Так, бочка, ой, эти заперты. Так. Кто здесь? Топор! Это что? Твою! Что это было, Вера? Я не знаю, я взяла топор. У меня тоже старый топорик есть. А зачем нам топор? Не знаю, здесь какая-то... Кова! Стой, у нас сверху появилась кова предохранителей. Нам нужно какие-то предохранители ломать, что ли? Я что... А, вот оно, я вижу! Воспоминания. Нам нужно воспоминания, типа, сломать или раздобыть. А, то есть тебя, блин, эти не... О, надо ломать. Смотри. Хорош. А ну-ка. То есть тебя не смутило то, что там что-то звенело, да? Не. Это жопа. Меня смущает здесь коридор, чтобы ты понимала. Ребят! А может, поверху пойти? Здесь кто-то есть? Алло, Винчи. Да, да, ты где? Подожди меня! Я сверху. Не уходи! Я сверху, я сверху. А, вот, забралась. Сейчас, а как забраться? А как ты залезла? Я вижу там какой-то кусочек железа. Какие-то кусочки железа, короче, валяются. Подожди, подожди, не спеши, не спеши, не спеши. Нужно вместе все делать. Ключ! И предохранитель. Ключ и предохранитель. А зачем нам предохранитель во сне? Интересно, как... Подожди, это... Ладно, я помолчу. Что? Я что за... Я хотела что-то сказать. Подожди. Я не понял вообще ничего. Меня твой предохранитель, блин, отвлек. Погоди. Мой предохранитель всегда снят. Это предохранитель. Что, здесь же в подвале? Там какая-то фигня, да, стоит. Да. Есть, мы вставили предохранитель. Открывай. Там музыка. Так почему так спешишь? Там, смотри, там граммофон стоит. А здесь кирка. Бери, бери. А ее нельзя взять. И эту нельзя взять. Здесь можно запаркурить сюда. А, нет, или можно, подожди. Можно, можно. А мы не можем вообще прыгать. А, точно, я забыла. Давай ты пойдешь в эту дверь. А давай ты. Ты знаешь, что меня напрягает? Что? Тишина, которая образовалась, как только мы подошли к этой двери. И это прикол в том, даже то, что граммофон работает, а музыку не слышно. Там что... А, нет, это частица. Блин, Вера, какого хрена? Твою мать! Я же просил не делать резких движений без согласования! А теперь вообще полная тишина. Стоп, я подобрал какой-то... Старая кирка и предохранитель. Все, у нас есть второй предохранитель. Не старая кирка, зачем только она, не знаю. Пошли, там еще есть какая-то дверь, ее нужно посмотреть. Что это за дверь? Блин, на самом деле страшная комната, вот зайди. А, кладовая, серьезно? Ну, типа, реально стрёмно смотрится, типа, один на один блок. Все, все предохранители собраны. А, получается, мы теперь сможем открыть двери вот там. То есть двери к воспоминаниям или что? Да. Смотри, кстати, ты заметила, что дискотека пропала? Да почему ты нажимаешь, я не успеваю! Не спеши! А вот ножками, ножками шевелить надо. Не спеши, о, это же интрига. Факел. Вот это вот мне уже не совсем нравится. Я... Сейчас, все, подожди. По где жизни F? Не люблю пещеры. Где F? А вот, все, вот так удобнее просто будет. Слушай, ну... А там какой-то прям спуск, смотри. Смотри! Смотри! Это явно что-то значит, да? Нам надо идти туда вниз! Зачем ты бьешь меня? Да я не специально. Смотри! Смотри, смотри, смотри! Это что? Это кто? Это мы в будущем, если будем вот так быстро бегать! Быстрые ноги... Быстрые ноги пизды не получат. И то верно. Представь, что я сегодня... Да блин! Я больше... Чуть не обосрался! О, тут сердечко. Это тебе. Спасибо. Меня пугает этот факт. Да. Вера, я тебя сейчас... Давай ты вперед пойдешь, я посмотрю на тебя. Хорошо. Мне не страшно. Ну-ну. А, мы сюда не шли, в конвейер. Да. Почему она... Я тебя вижу. Иди сюда, Кан. Я сейчас тебе устрою практическую работу с помощью этого факела. Нет, не надо. Смотрите, нормально. Куда мы залезли?
Блин, длинного нет. О, подожди, а можно ее сдвинуть? Нет. Я даже не подумал. Печка. Здесь есть печка, она рабочая. О, рельсы. Слушай, может где-то рельсы нужно доставить? А рельсы... Подожди, здесь кто открывается? Стоп, а если рельсы доставить? Вот, смотри, две рельсы. Раз. И два. Все, по... А, нужно еще рельсы, чтобы... Чтобы соединить дорогу, нужно еще двое рельсов. Ты там можешь найти двух рельсов? Ты ищешь? Так, здесь паутина. Плавильная печь, плавильная печь. Да, они везде могут быть. Может... Стоп, смотри. Че, ты где? Стоп. Вера? Я, кажется, что-то нашел. Я нашел. Сейчас, погоди. Проход. А ну, давай сюда. Тут вода какая-то или что? Кнопка. Черт, здесь плывти надо. Тихо, нормально. Ты плывешь? Не отставай. Нет. Давай, давай. Здесь тоже кнопка, кстати. О, здесь какая-то комната. Мы выбираемся в какую-то комнату. Ё-моё, тупой шрифт. Что это? Здесь лианы много. Может, нам лиана нужна, чтобы выбраться? Что это за комната? Не знаю, но я лиану всю собираю. Ля... В вагонетку груз я положила! Ты положила в вагонетку этот груз? Да, вот, смотри. И получается, в него нужно закинуть что-то? А ну-ка. Я не знаю. А ну, закидываем лиану. Возможно, это так работает. Стоп, у нас не зря есть факел. Может, нам нужно как-то активировать его? Да, мне кажется, нет. Мне кажется, надо просто рельсы доложить и все. Так а где рельсы? Может, где-то здесь их пропустили в бочках? Здесь непонятно, а где рельсы? Стоп! Открылась дверь, она же была заперта, правильно? Погоди. Мы здесь не могли пройти. Да! Тихо. Господи Иисусе! Твою мать, чувак, ты чё? Я, пожалуй... Пошли к нему, он подсвечивается. Это что за комната? Мы поднялись по цепи, которая была над жителем. Точно, тут пульт какой-то есть. Тут... Что? 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 Это снизу было как будто бы. Снизу? Здесь никого да, нет. Нету. А, он исчез. Да блять, вот после таких моментов я не хочу спускаться вниз. Эта тварь сидит там. И ждет мои соски. Так, погоди, здесь. Здесь тоже рельсы, смотри. Бери, раз, подбирай. Два, нам нужно проложить всю дорогу, я понял. Всю дорогу. А куда она ведет? Да хрен его знает. Да это до хренища рельсов надо будет. Или нам нужно провести какую-то закрытую... Определенную дорогу от груза, скорее всего. Ну да. Пошли. Окей, хорошо, пошли в ту комнату. Там явно нас ждет наш груз. И явно там сидит какая-то тварь, наверняка, да, по стандарту. Нет, никого нет. Так, я тут уже проложил. Я тоже тут проложила. То есть куда нам проложить, куда-то дальше? Так, вот так. Вот так, вот так. Здесь поменять надо. А здесь не нажимается он. А он потом, скорее всего, нажмется а и сюда, повернется. Тогда сюда. Сюда. О! Это что сейчас было? Твою мать. Я обделалась. О, блядь. О, чувак, ты сюда решил переехать. Я нашла рельсу, кстати. Последнюю. Да. Брат, смотри, какой красивый. Странный у тебя вкус на людей, слушай. Ну окей, хорошо. У нас последняя рельса, и она как раз ставится так, только не провтыкай ее, она ставится... Стой. Здесь, кстати, какая-то яма. Там, где выход. А, там, где выход. Сейчас. Твою мать, блядь, я только что обосрался. О, второй дядя. Так это тот же самый. Где? Всё. Это точно оно? Да. Да. А так, дальше теперь что? Нам, получается, в ту комнату надо. Нам в ту комнату надо, получается. Так, а где она? Мне пугает. Вот сюда, а, вот сюда, вот сюда. Так, ну мы типа собрали все. Пластинку загрузил. А дальше так, а что? Да? О, она поехала! Вот так и вести ее. Да ты что, гонишь? Я не, это вот создатель игры, видимо, да. Ну давай попробуем.
поднимай ее. Я пойду пока рычаги переключать, что ли. А, ну или ее. Стоп! Ой. Он ползет! Минчи! Кто ползет? Тебе нельзя проиграть. Это... Вставай! Когда ты прошел, меня перекинуло к тебе, и там пополз этот дядя. Твою налево, значит, мы что-то делаем не так. Нет, я просто не успела отбежать от него, он меня схватил. Давай еще раз. Пробуем. Идем, идем, рычаг! Блин, рычаг, быстрей! Он ползет! Он в прямом смысле слова ползет! Рычаг, и давай толкай! Быстрей! Толкай, этот толкай. Тварь ползет! Фу. Что было? Что произошло? Обвал. Обвал, фух! Да, зато это открылось, смотри, и там взорвалось все. Пошли туда аккуратно. Наши ресурсы выпали все. Фух. Выход? Слушай, обычно выход это не выход. Так, давай посмотрим, у нас тут есть... О, стоп. А что это? Картина. Выход это не выход, а вход. Боже. Тут ничего нет, в принципе, да? Не зря же эта комната здесь, она для чего-то тут была. Ящики ищи, вдруг что-то есть. Да чего тут хрена нет вообще? Да, даже ящиков. Здесь. Выламывай нахер эту дверь, давай. На, блядь! Дай! Смотрелось просто хорошо. Так. Ой. Ой. Я не хочу. А ты? После того, что мы уже видели, как бы... Не... Тут не зря черный... Чё? Чё? Ты чё за нах? Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Карта на самом деле, типа, мне понравилась, типа, реально прикольная.